то, что они там делают, эти дети. Так, дети, что вы тут без меня делали? А мы вас ждали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А списать мне так и не удалось. У кого ты уже там будешь списывать? Ричард. Я ни у кого не списывал, что ты орешь на меня? Ладно, короче, давай начинай урок. И так все равно уже знали стих. Кто будет стих рассказывать? Я. Про кого? У тебя был в садике стих? Ну да. Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой. А я забыла. Эх, ладно. Могу песню. Давай про елку. Знаю. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Все. Иди, пять. Ура! Два. Ну, лучше пять. Пять. Были Зоя вместе в садике, и Джордж был с Ричардом и с Дэнни. Зимой родилась елочка, в лесу она росла. Зимой летом стройная, зеленая была. Как-то быстро, может, другие будут еще быстрее. Я еще быстрее. В лесу растилась елочка, в лесу она росла. Зимой летом стройная была. Как-то невнятельно, некрасиво. Давай тебе. А папе 5. Джордж, я еще красивей и быстрей. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ну, чуть-чуть внятно. Но 5 тебе, ты внятно рассказал. Я еще быстрей. В лесу родилась елочка, зеленая была. В лесу родилась елочка, зеленая была. 2 тебе, Ричард. Потому что ты вообще запутался. Ну да. Я запутался. Еще 5 минут до звонка. Дзинь-д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 зин